моя мысль относительно проекта «Мысли». Посмотрел видео, о, они приглашают интересных людей. Это веселые, открытые люди, которые не боятся говорить о реальности жизни. Это то, что несет мир и добро, мысль. Тут еще глубже все идет. Этот проект полезен, он нужен, он злободневен. Главное, нравится, что здесь нет шаблонов и рамок, что я могу открыто говорить свое мнение. Казано, пишераус борсок, а нам кини чемс. Сам не знаю, чего от кого можно ожидать. В этом есть его изюминка. Что никогда не было такого. Что-то заложено вот в наименовании проекта «Мысль». Вот эти вот короткие, лаконичные ролики. Делает ли это меня лучше? Являются ответами на важные жизненные вопросы. Кем ты работаешь? Изучаю ли я маркетинг? Что ты делаешь? Если я буду 24 часа в этом состоянии, то я начну ходить по воде, левитировать. О, супер. А может быть, за какую-то глупость Нобелевскую премию дадим? Ой, я не люблю дураков. Вот как-то произошло, что им отключили вот мыслительный механизм. Ни минуты без развития. Проект позволяет развиваться всем тем, кому, с одной стороны, на развитие нет времени. А моего ценнейшего времени в жизни. А с другой стороны, хочется чего-то рафинированного. Что им интересно? Хочется чего-то сжатого, четкого, лаконичного. Действительно, послушай. Это взрыв, это мечта. Настроение поднимается моментально. Надо пробовать, это будет интересно.